После смерти второго мужа в 2009 году Клара Новикова не спешила делиться подробностями личной жизни до недавнего времени. О том, есть ли у Клары Борисовны возлюбленный, ничего не было известно. Но Новикова сама решила раскрыть все карты. Некоторое время назад артистка призналась, что теперь не одна. Более того, юмористка добавила, что ее новый избранник гораздо моложе ее. А почему нет? У меня и сейчас есть молодой. Я его воспитываю. Ну и что? Муж – это же не тот, которого родила, а которого воспитала. Вот я и воспитываю, высказалась Новикова. Звезда призналась, что большая разница в возрасте с избранником часто становится поводом для пересудов. Однако сама она не обращает на них никакого внимания. Несмотря на все откровения, звезда сцены показывает, своего мужчину не торопится, как и скреплять отношения в ЗАГСе. Юмористка отмечает, что это ни к чему, да и в 76 лет, по ее словам, нужно не брак заключать, а составлять завещание.